четверг в Самарской области пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем 0-2, ночью 1-2 градуса ниже 0. Ветер южный, юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем 2, ночью также 2 градуса, юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, температура воздуха днем 0 градусов, ночью 1 ниже 0, ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен снег, днем 1, ночью 2 градуса, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.